Всем привет! Сегодня я хочу рассказать о покупках, которые я приобрела в супермаркете Меркадона на сумму 38,58. Взяла упаковку воды, две упаковки вот такой воды по 1,5 литра, 6 штук в упаковке, то есть 12 бутылок вообще. Две упаковки, это 12 бутылок. Вода вот такая, 1,5 литра, без газа. €32 стоит упаковка воды, 6 штук. То есть по 22 цента получается где-то бутылка воды. Это обычная, без, не газированная. И крышка, видите, обычно откручивается. Яйца, упаковка яиц. Стоит 4,05. 4 евро 5 центов. Размер L. Здесь 24 штуки. Вот так упаковано. В Меркадоне яйца очень хорошие. У них желток. Хороший желток. Хлеб вот такой, батон. Барапан 45 центов, да, или 48 центов, по-моему, стоит он. Вес 250 грамм. Свежий, вкусный, хороший он. Мне нравится этот цвет. Ната. Монтар, это сливки. Упаковка стоит €95. Здесь 3 коробочки по 200 грамм. 30% жирности. Этот крем, эти сливки взбиваются для кремов. Но я буду запекать, перцы в сметане делать, в духовке запекать. Вот такая ната монтар. Здесь 500 миллилитров. И стоит она €65, 500 миллилитров. Если здесь 600 грамм, €95. Жирность 30%, говорил. Тоже здесь 30% жирности. Для взбивания. Можно хранить и в холодильнике, и в морозильной камере. Масло сливочное. Мантеке сенсал без соли. Стоит 2 евро. 250 грамм. Меркадоновское масло очень вкусное. Так. Вот такая сметана еще. Сливки. 200 миллилитров. 30% жирность. Стоит €20. 3 упаковочки такие взяла. 3 коробочки по 200 миллилитров. Колбаса, это свиная колбаса молочная, стоит 2,07, 2 евро 7 центов, и вес ее 500 грамм здесь, 500 грамм, вот 500 грамм, 2,07. Сосиски Пое Пава, это курица и индюшка, 400 грамм, один пакетик 200 грамм, 5 сосисок в пакетике в одном 200-граммовом. Вообще упаковки 10 сосисок, 400 грамм, и стоит €30, такая упаковка.
Ну, всех сосисок, какие я покупала в Меркадоне, мне вот нравятся эти, еще и с сыром такие сосиски. Так, у нас упаковка вот таких круассанов с шоколадом. 9 штучек здесь упаковки, €85. Каждый круассан упакован в отдельный пакет. Я покупала в Лидле, Меркадоне. В общем, в Меркадоне больше всего мне нравится вкус круассана. И шоколад вкусный, и шоколада много внутри. Вишня в ликере. Шоколад черный. €70. Это упаковка 145 грамм. Я покупаю часто такие конфеты, но они летом, вот сейчас пока есть, но потом как-то летом их, ну, может, тают, может, в августе их не снимают или с продаж. То ли в августе уже фабрика не работает. Такие конфеты, как правило, только зимой я видела. Но сейчас вот я купила лето, я купила их. Но они вкусные, вкуснее, чем в остальных магазинах. Это здесь не такой сладкий шоколад и не такой приторный. В общем, две упаковочки такие. €70 упаковка. Вот. Мороженое. Мороженое вот такое, похоже на Сникерс. 2,90 стоит. 6 штук. Но в молочном шоколаде с арахисом. Могу показать, как выглядит оно даже. Так открывается. Намокла коробка чуть. Вот так. 6 штучек таких мороженых. 6 штук. Вот как оно выглядит. Мороженое. В общем, вкусное. Шоколад молочный, нежный. И вот перцы. Вот здесь почти 3 килограмма с чем-то, по-моему, я взяла. Они довольно тяжелые, так как они мясистые. Мясистый, тяжелый перец. И я бы не сказала, что там семена вот эти тяжелые. Сам перец именно толстый. Единственный перчик такой легенький, такой вот этот маленький. А так остальные перцы мясистые. И я на базаре брала очень тонкий перчик. И когда запекаешь, тяжело кожу снимать. А с этого перца очень легко снимается кожа после запекания. В духовке запекаю, потом в сметане тушу еще. С луком или там с морковкой. В общем, запекаю. Получилось на 8,60 стоит вот эти перцы, 8,60, и здесь вот он, пимента роха, кило 540, 2,69 за килограмм стоит, 2,69 килограмм, нет, евро 540 и евро, кило 690 и кило 540, это 3,200 где-то, 3,230. Вот, и две цены, потому что в двух мешочках были, упаковочках были эти перцы. Я их сейчас с упаковки переложила в мисочку. И здесь 3 с чем-то. Вот, так что на общую сумму получилось 38,58. Вот такая цена, почти 40 евро стоит покупки.
Если вам понравилось мое видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И всем пока-пока!